подсолнечного масла. Если убивают, забираю всю наличку. Смотри, всю его наличку. Просто полтинник оставил. Подожди, куда? У меня еще есть. Нет. Ты нахуй, сука, наличка? Сумма какая? 66 тысяч на 400 рублей масло ему нормальное куплю, не бичевское. Еще одно условие, сразу давай, блевать тебе нельзя. Да. Я выпиваю две бутылки подсолнечного масла. Если выпиваю, забираю всю наличку. Смотри, всю его наличку. На видеозаписях они имитируют ограбление и избиение пожилой женщины на нескольких улицах областного центра. Я решил проверить реакцию людей и заснять пранк, выхватывать у бабушки сумку. Куда потом это все выкладывали? С какой целью? С целью, не знаю, стать блогерами. Как бы есть немножечко вина, то, что я поднял небольшую вот эту шумиху. Но я не считаю, что за это можно извиниться. Я играл роли бабушки, которые выдергивают сумку. Какая реакция была жителей города? Реакция была, которую мы ожидали, что каждый гражданин в Тюменской области среагирует на данное происшествие, то, что побежит и поможет бабушке. Ну, какие комментарии получили? Получили комментарии, то, что зря вы это сделали. Сожалеете, случилось? Сожалею. Хочу извиниться за то, что вот сняли ролик такой неудачный. 23-летний инициатор съемок и его 18-летний помощник ранее судимы за кражу. 21-летний участник съемок привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент молодые люди нигде не работают. Сотрудниками полиции составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». В ближайшее время материалы будут направлены в суд.